Со следующей недели в округе стартуют Дни ненецкой письменности. Целую неделю на разных площадках города будут проходить тематические встречи. Одна из них посвящена 80-летию известного педагога, почетного профессора Марии Бармич. В Центральной библиотеке имени Печкова к юбилейной дате подготовили презентацию. С 25 ноября в Творческой народных ремесел начнется серия мастер-классов. Изготовить своими руками ненецкую куклу, сувенир или украшение смогут все желающие. Ученики ненецкой школы-интернат и санаторной школы увидят театрализованные представления самодеятельных коллективов и смогут стать участниками познавательных игр. В пятницу 28 ноября в этнокультурном центре презентуют очередной номер детского журнала «Пунышко» и сборник ненецких песен с фестиваля «Савасё». Закрытием большого мероприятия станет познавательный конкурс «Бережем родной язык» и чествование подвижников ненецкой культуры.